Хотелось бы сказать добрый вечер, друзья, но, к сожалению, этот вечер вряд ли можно назвать добрым. Совсем недавно Сивновским судом Москвы Алексей Навальный был осужден к 3,5 годам лишения свободы. С учетом отбытого под домашним арестом по делу Вороше, он будет находиться в заключении 2,5 года. Для меня никогда не было важно то, на чьей стороне сила. Для меня, как сотрудника полиции, было важно лишь то, на чьей стороне право. И подобные приговоры я не могу назвать правосудием. Это настоящее насмехательство над ним. Власть демонстративно идет на беспредел, осуществляя политические репрессии в чистом виде. И, к сожалению, мы достигли того момента, когда уже нельзя оставаться в стороне. С сегодняшнего дня все поделено на черное и белое.